Вот такую посылочку получил сегодня из Китая через ДЭК. Дошла в течение недели, что очень быстро. Сейчас посмотрим, что же мне прислали. Так, провода с камерой. Это у нас мобильная магнитола. Так, ну, провода с камерой, это как дополнительный комплект, камера заднего вида. Сейчас распакую, покажу. Значит, это провод, который прокладывается по машине. Это сама камера заднего вида. Разъем питания, информационный. Вот питание, информационный разъем. А это вот проводок, который подключается к питанию. Камера с большим количеством ИК-светодиодов. Я специально такой с улучшенным изображением в ночное время заказывал. Ну, посмотрим. Ну, камера, мне кажется, обычная. Такая одна у меня есть с 4 светодиодиками. Ну, может, будет работать лучше. Да, один в один. Даже описание такое же. Просто количество светодиодов другое. Винтики крепления присутствуют. Так что монтаж затруднений не вызовет. Так, смотрим магнитолу. Магнитола упакована качественно. Значит, документы, ключики на извлечение, переходники, провода и сама магнитола. Сама магнитола. Такая андроидная магнитола. Специально брал. Машина у меня нестандартная. Нет возможности двухдиновую ставить. Я брал с выдвижным монитором. Вот так вот монитор выдвигается. Так вот становится. Ну, к сожалению, подключить сейчас у меня возможности нет дома. Это надо будет делать в гараже или на работе, где есть блок питания. Так, неплохая магнитола. И что радует, ручная выемка монитора. Потому что до этого у меня была магнитола с механическим доставанием этой штуки. Она, увы, долго не прожила. Первый раз через год я заменил шлейфик и какую-то шестеренку. Второй раз менять не стал. Просто-напросто выбросил. Потому что очень дорого. Так. Название монитора, к сожалению, сказать не могу. Ну вот, моделька есть. СУ-9701. Ну, обычный андроидный китаец. Так, USB-шный вход есть. Стандартные колодки.
пучок проводов, туда все, что можно. Так, здесь мы что имеем в дополнительных принадлежностях? А, вот, я и забыл, да. Это GPS-антенка у нас. Видите, с каким хорошим разъемчиком. Ну и сервис-мануал. Сейчас посмотрим. Скорее всего, на английском. Главное, не на китайском. Да, английский. Все четко читаем. Что это? Не проблема, я думаю, установить будет. Ну, друзья, я купил ее в подарок, так скажем, на Новый год. Ну, после Нового года поставлю и отчитаюсь. Спасибо за внимание.